3-2. Александр Радулов самолично решил этот эпизод, хотя был вариант из передачи, но ждал до последнего, и мне кажется, что как раз рассчитывал. Иди. Вот здесь его, конечно, выпустили. Остался Озолинш один против всех. Ну и, в общем, правильно. Озолинш прежде всего караулил вариант с передачей. Ну, кто ж знает, что Радулов так вот с неудобной руки в самую паутинку шайбу кладет.